состоянием открытого сердца. В состоянии открытого сердца нет ожиданий. Наблюдение есть. А? А наблюдение же есть, да? Да, ожиданий нет, что тебе будут в ответ улыбаться, да? Что кто-то там что-то должен, что там... Ты просто есть. Вот это, у волны нет ожиданий. Вот эта волна созидающая, да, которая изнутри тебя начинает разворачиваться, у нее нет ожиданий. Она просто в этом состоянии пребывает. Это ее, просто ее состояние. А здесь уже не надо разбираться. Эта вещь глубинная, она сама приводит все вещи в их истинное состояние. Да? То есть не надо разбираться, а эго, не эго. Это другая технология. Это очень ресурсная, очень центральная технология, которая идет из центра, а не путем убирания преград. Это другая вещь, вы это поняли? Да, да, да. Я очень много лет занималась убиранием препятствий. И когда вы обращаете внимание на препятствия, начинаете их анализировать, начинаете в них копаться, ну, отлично, супер, разбирание помойки, вещь полезная. Самое главное, не забыть с нее выйти потом. Потому что можно утилизировать мусор. Это правильный процесс. Можно так в этой куче и сидеть. Вот. Но технология, с которой мы с вами сегодня вот на этом семинаре конкретно учимся жить, она центральная, она не про препятствия вообще. Она про отращивание в себе здоровые части. И про перестройку себя на здоровое основание в будничном функционировании. Потому что очень хорошо, когда отпрактиковали, потом пошли, практика отдельно, а жизнь отдельно. А замечательно просто. Отлично, все такие благостные стали из медитации, там после сеанса. И что от нее осталось после того, как высели в автобус? Или там уже даже вышли из дома, да, по взаимодействию в привычном шаблоне там, с кем-либо.